Смотрите, как заботливые белорусы заботятся об аистах. Они меняли столбы, но вот столб, на котором аисты сделали гнездо, они не тронули. Рядом поставили новый. На новом вот такая вот штука для гнезда. И, видимо, зимой, когда аисты улетят, они перенесут сюда гнездо, а этот столб выбросят. В общем, круто. Прямо уважуха. Красавчики, это птенцы. Уже такие большие. Родители где-то ищут им пожрать. Сейчас это сложно, давно дождей не было. Не знаю, найдут или нет. В прошлом году было 3 аистенка. Все выжили. Тоже была погода засушливая. Ну, посмотрим. Такие красавчики.